знаем, что многие города, которые провели Олимпиаду, они после этого начинают, ну, так скажем, затухать аккуратно, да, скажем. И разговор о том, вот что сделать с этим накопленным производственным потенциалом, он ведь шел уже очень давно. Вот что делать с накопленным опытом Олимпстроя, да, создана огромная организация, которая смогла реализовать при помощи, да, огромного количества субподрядчиков такой огромный проект. Ну, высказывались совершенно разные, да, точки зрения, и сейчас, на самом деле, вот такой проект, который, безусловно, будет реализовываться, дает шанс не потерять накопленный опыт, а его только приумножить. И мы с вами понимаем, что даже с географической точки зрения это меньшие издержки. Да? У нас огромные строительные мощности, еще не вывезенные с территории Краснодарского края, которые можно просто, да, перекинуть в рамках одного субъекта и развернуть новое строительство. Поэтому вот с экономической точки зрения, например, географы только за. Оптимально будет строительство двухуровневого моста. Конечно, Крым испытывает очень серьезные недостатки инфраструктурные, электроэнергии, воды. Конечно же, Крым гораздо более богаче по своему потенциалу экономическому, поскольку экономика более диверсифицирована. Это и достаточно мощные промышленные предприятия, предприятия судостроения, предприятия судоремонта, приборостроения. В Крыму имеет шанс возродиться сельское хозяйство ускоренным развитием виноградарства и виноделия. Но здесь существует целый ряд ограничений, которые могут быть и драйверами роста. Недостаток воды может стимулировать внедрение современных прогрессивных технологий, таких как капельное орошение. Недостаток энергоресурсов, конечно же, будет побуждать внедрять в местную власть энергосберегающие технологии, возобновляемые источники электроэнергии. И, как мне кажется, у Крыма есть очень большой и фактически уникальный человеческий капитал. Достаточно мощная система образования и подготовки, и те намерения, которые есть у руководства нашей страны, у наших граждан, по поводу комфортного и такого благоприобретательного вхождения Крыма в состав России. Поэтому, конечно же, те мощности, которые сейчас сформированы, и тот опыт, который обретен на олимпийских стройках, необходимо использовать для опережающего развития двух новых субъектов Российской Федерации.